los Αφροσύνης. Οφείλουμε να αυξήσουμε την ημερησία. Παρασκευάσματα τούτα εστίν. Στα ρόγκη! Ει, τι στο πιάν? Get it.
Jerriot. Руя, ну куда же ты делась? Где проклятая девчонка? Ты, Неп, молод и крепок телом. Как раз то, что нужно. Тут прилетел почтовый голубь. Руя пошла за ним, но я-то ее знаю. Небось, строит глазки мастеру по оружию. Если увижу... Забудь о ней. Мне нужно письмо. Беги к Голубиной башне, возьми его. В эти дни для нас важны любые вести. Да, хорошо. Я постараюсь. Голуби сильно шумят. Что их встревожило? Дурной знак. Что случилось с этим углем?
еще кровь. А где тело? Здесь тебе не место. Элли похоронит тебя должным образом. Бедная. Ты не умела делать этот прыжок. Во что ты ввязалась? Звери в людском обличье охотятся на беззащитных. Мы не можем покорно склонять голову перед шакалами. О, боги! Руя! Но как? Ее сбросили с голубиной башни. Письмо. За что ее убили? Это знак Димноса, нашего мастера по оружию. Откуда он здесь? Скоро я все выясню. Руя, бедная, да примут тебя поля и Алу. Димнос, я ищу Рую. Какое мне дело до этой глупой девки? У нее был твой знак. А? Ну, одной грязной египтянкой меньше. Забудь о ней. За что ты убил ее? Да я и не собирался. Просто хотел проучить ее за дерзость. Она отказалась читать мне письмо. Признайся во всем Пелию. Тебе хочется разделить судьбу Руи? Глупый египтянин. Я могу преподать тебе тот же урок. Ну, давай! То самое письмо. Виновен Димнос? Да. Он убил ее ради убийства. За презрение к жизни других он заплатил своей. Бессмысленная трагедия. Она была умницей и такой доброй.
Хватит стенать, тетя. Ты только разозлишь бегемотов или привлечешь бандитов. Это он? Нет. Это... Но где же Микетр? Неп, ты вроде силен и на вид бесстрашен. Не поможешь крестьянину? Твоего друга убил бегемот. Да, и они убили многих в ярости. Вчера на нас напали разбойники. Они потревожили бегемотов, и те пришли на наши поля. Видно, богам плевать на нас. Пока бегемоты здесь, мы не сможем собрать урожай и упокоить мертвых. Я помогу с погибшими. Стоим стеной!
Бедный брат. Это он! Помог, но... Это Микетр? Не он. Кажется, последний. И Микетра среди них нет. Что мне теперь делать? Спасибо, Неп. Их души обретут покой. О ком скорбит твоя тетя? О защитнике. Храбром и сильным, как ты, он прогнал бы свирепых зверей и убил бы бандитов. Боюсь, теперь никто не сможет нас защитить. Похоже на то, что весь Египет проклят. Где логово бандита? Тут есть каньон. Я бы отвел тебя, но там слишком опасно. И кто-то должен заняться мертвыми. Конечно. Я дойду сам. Их называют вечно голодные. Да хранят тебя боги.
пройдешь! Ты содержишь меня! Охранник нашего неба! Я выпотрошу тебя! Плечо! Дороги! Зараза! Что ты? Что? Я выпотрошу тебя! Тебе! Эльбо! Так наш тварь! Я быстрее!
Position, Gerek. Na, kocher dir, ja? Место хорошо охраняется. Oh!
Освободи меня! Сейчас я тебя вытащу. Дороги! Спасибо. Почему ты спас меня? Твоя тетя рассказала о тебе. Я освободил бы любого, а уж тем более защитника своей семьи. Ты ведь Меджай! Мы с тобой из одного братства. Да, мне нужно домой. Бандиты во главе с толстым Гомером готовятся к нападению. Ты дерешься, как лев. Поможешь мне в бою? Сани!
Микетр, думаю, это все. Ты и сам дерешься, как лев. Я многому у тебя научился. Не представляешь, как ты мне помог. Египту нужны такие защитники. Египту нужны такие, как мы. Я сложу песню об этой битве и буду петь ее своей тете. Ха. Защитили нас. Чудесно. Наш Микетр вернулся к нам. Видели, как он прогнал
Thank you.
Get it.
Thank you.